На республиканском форуме в Караганде презентовали инвестиционный и промышленный потенциал региона. В рамках индустриализации ежегодный прирост инвестиций в экономику области в среднем достигает 20%. За последние 5 лет их объем составил более 4 миллиардов долларов США. Около 100 карагандинских производителей из разных отраслей промышленности представили гостям свою продукцию. Между акиматом области и ведущими отечественными и зарубежными компаниями заключен ряд меморандумов о сотрудничестве. Подписано порядка 60 протоколов намерений с промышленными предприятиями других регионов по поставке им продукции карагандинских производителей. Интересы построить такой же завод от начала до конца по изготовлению этих солнечных элементов, батареи, большие коллекторостанции, если такая возможность нам будет представлена. Место надо выбрать, надо построить сам цех, привезти оборудование.